Опа. Нормальный моб, кстати. У меня есть тут одна страта. Против фраков. Рабочая. Че, гараж? Гараж? Ну давай. Блять, ну Гавир, конечно, на этой точке. Слушай, мы с Витюшей в тим. Понимаешь? Где да, прибать? Слышь. Может, он ебошит? Радугу? Так странные вещи какие-то пишут. Мне кажется. Да нет. Вот NPC у тебя, я понял. Не говори так, у меня все нормально с NPC. Ну, хуй знает. А укреплять гараж будем? Ну вообще все убежали. Всем поебать, да? Ладно, я конечно укреплю, но у меня мало времени, чтобы добраться до своей точки. Мне кажется, я не успею. Да, я по-любому не успею. Не, ну это полное дерьмо, я считаю. В смысле, на пол нельзя? Можно. Сюда не пойдет никто. What? What? Почему? Блять. Нам пилят сверлят. Интересно. Там кто-то топает уже на втором этаже, по-моему, не могу понять. Стреляешь, дружок. Не хочу досовываться. А, нет, на улице. Что-то у меня со звуками какая-то это проблема. Ну, может, там есть глаз? Я обнаружил. Кто? Откуда? Из забора, что ли, за какого-то? Тварь. Почему все Монтону берут? Имба, не контрится. Не выглянул, вот тварь. Лезут куда-то. Ловушка есть. Ах, наверху остался. Фьюз, короче, с мейна. А, их там двое вообще был, лол. Вообще зажал префом. Надеюсь, спины не обойдут меня? Вроде мир смотрит, ведь уж точнее. Глаз у них нет, я так понимаю, да? Наверху топ. Я видел у них капитана и фьюза. Капитао, извините. Капитао Шоль. Блять. Капитао Шоль. Капитао Шоу Поле Чудес. Капитао, капитао. Ты давно, кстати, не пил, не играл за капитала. Он тебе не вметен. Не нравится? Мне кажется, он не вметен. Справа от тебя был, справа от дырки, короче, чел. От какой? Чекал здесь? Тебя машину. Здесь? Можешь налезть. Ну, короче, где-то как справа, примерно. А он, можешь сейчас пойти. Там? Или где? Там, тут. Сука! Угу. Я уже нажал. Мышечку. Ты не слышал? Как он из мобильничка вылез. Боже! Если не слышал, то тебе это поменять наушники, либо сделать погромче звук. Я просто другое слушал. Я
ебать, что за хуйня? Ты же сгоришь, дружок. Один враг еще жив. Один оперативник жив. Не там. Не там. Но он может сидеть. Хотя оружие, блин, конечно, дерьмовое. Витюша. А прицелиться заранее не хочет? Зря, Витюша. Ой, зря. Блин, это же так очевидно, что с той стороны в любом случае человек пойдет туда, блин. С 90% вероятности. Витян подвел. Куда он смотрел, вообще непонятно. Пиздец. Смокис. Пик Смокис. Хибана, кину тейк тэчер, плиз. А мне кажется, не Смокис у него. Thank you. Так ты слышал или чё? Чё? Понятно. Nice, ты всё про мобильник шиль свой? Да. Я других слышал, типов, которые сверху топлят. Я их ждал. Ты должен всё слышать. Ну, в смысле. Я концентрируюсь на определённый звук. Они серверные. Нам удалось найти химт-контейнер. У вас еще 10 секунд. Осталось 5 секунд. Контейнер обнаружен. Захватите его. Нихуя, он дерзкий. У них, кстати, не закрыто там ни хрена. Если что. О, мы как бы уже заходим. Я понимаю, у них главная дверь, говорю, открыта там вообще. Прикольно. О, это мне нравится, кстати. О, а вот это мне не нравится. Я думал, каким хуйня кто убил. Fairplay, да? Fairplay музит. Так, ну я Боже, сейчас буду он дебил. Выманивать этих челиков. Какой он дебил. Короче, тип хотел... Тип хотел стрельнуть по трупу и убил меня в итоге. Бросаю дымовую. Блин, ну С4 это как вот тут чел сдох? Откуда? Куда? Кто кинул? Опа. Ладно. Вы как пошли, через гараж или что? Ну да. Там свободная касса. Дерьмище вообще полное. Блин, вы нихрена через гараж. Ну, через другой вход, слева. Не впал туда идти, сори. Бать, как он хочет. Все-таки смог. Справа же. Снизу? Господи Иисусе. Да, блин! Все оперативники мертвы. Просто разъебало. Найс тайминг поймало. Бля, Витюша уебал меня, это очень хуёво. Я хотел жить. Я бы там всё разъебал. Понимаешь? А, мы гараж ебали, лул. Нет, не понимаю. Они сверху шли, да? Да, они сверху, поэтому я пошел лол архив. О, тогда и вообще идеально для моего роуминга. Эти уж так-то все равно на первом месте. Конечно, своих убивает.
Подготовьтесь к обороне химконтейнера. Комплект пластин готов. Дайте пощупать. Да, вот эти гранаты, когда я вижу красные иконки рядом с собой. Опа. Так, куда поставить-то? Хотя тут, мне кажется, такое. Это гипер катит. Разведбот противника обнаружил контейнер. Гранату швырнули. Несуй на линии СОГ. Блять. По-моему, это палево пиздец было сейчас. Есть инфа какая-то? Да, мне сейчас пизды дадут, вот такая инфа. Настроиться? Кто и как? Как им кверху? Откуда они идут вообще? Один из них никуда уже не идет. С мейна, с того входа. Ты подо мной прям? Чекаешь? Ну, я чекаю вход. Пока не вижу никого. Ну, скорее всего, еще фидану такими темпами. Тут такая позиция дерьмовая. Сейчас кто-нибудь за колонной, я дам по колонне, почел промахнусь. А я обходил с другой... Стоп. А я нормальный свет наш дал. Блин, мелодия тут такая нудная. Это ты бегаешь по второму сейчас? Да-да-да. Никого нет с этой стороны, не вижу никого. Короче, точно. Я понял. Нож его взяли. Так, понятненько. Careful, they have a glad. Из гаража, что? Типа того. Один враг еще жив. Где? Где? Ага, в комнате вижу. Группа противника уничтожена. Такие дела. Что-то им бегал, искал их, никого не смог найти в итоге. Ляп-ляп-ляп. Так. Дальше. Блин, мне больше не за кого. Твич, Килл Джаггер, Адс, или что-то такое. Лол. Ебать они где? Они прям в этой сидят комнате. Веселый. Do you understand? Веселый? Да. Не, не понял. А, веселый там, где мы только что сидели. Да. Окей. А! Да как я уже заехал за стену? Тварь. У них все равно джаггера нет, чего он наискает. Смейте.
На, искать мне еще. Ты скажи ему, что ты ему понескаешь. Я не могу. Ты в чат можешь. Блядь, глаз напугал. Больной ублюдок. Тупо больной ублюдок. Тварь, а? Почему глаз не хочет пойти сюда? Разъебать их через мейнруму. Разведбот готов. Физи. Ага, разъебано. Потом свой. Так, а сюда я куда попаду? Ну-ка. They have the ceiling broken. Как я его не убил? Просто 5 хп у смока внизу, в подвале. Справа дырка. Тут? Да. Тут был он, короче. 5 хп у него. Сверху топает еще. Блин, что-то пока вообще не идет. Блин, ну в комнате, короче, как минимум 2 человека, может даже больше. Мне кажется, тут не варик идти, конечно. В живых один оперативник. Да один остался. Я понял. Ну хули ты, блядь, мне предлагаешь? Ну, по ножкам. Тебе пизда. Согласен. 15 секунд. Все как бы без вариантов. Пойдем 4. И в такой. Ты еще долго хел делал, да? Ну а хер ли мне делать? Я думал, там глаз какие-то минусы даст. Ну а как я пойду убивать? Я должен поставить типа взрывчатку на эту дверь. А поставить взрывчатку — это равно смерти. Ну вниз мог спрыгнуть, там где я был. Смока убили. Такая, что толку через низ? Так там выход прям в ту комнату, по-моему. Ну блин, там типа один выход такой с лестницы, он вообще ебаный. Ну блин, тут очевидно то, чтобы ноги человек как бы ставить. Ну тут уже один остался, как бы похуй стал. Вот так вот. Блин, тоже в этом дерьме сейчас будем. Да ладно, нормальное место. Че ты начинаешь? К обороне. Враг не должен обнаружить ким-контейнер. Дайте, пожалуйста. Ага, спасибо. Противник удалось обнаружить контейнер. Чуть ёбыч не словил. Так. Это машинка была. Да, тут опять меня будет чекать, пидор. Хотя, я смысл там. Будет термит. Или норм. Ладно, я заделаю. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Противник обнаружил хим-контейнер. Мимо окна промазал. Рофл. Рофл или рифл? Очко небольшое. 2 очка проломили. Меняю магазин. Дверь усилил.
Опять у меня Монтана. Блять. Вори. Эшка, давай ебучи. Да как? Как? Как такое может быть, что я убиваюсь ножа, и в этот же момент она меня убивает? Ну, она меня роняет, типа. Я мог сейчас двоих просто с ножа порезать. Ну и бред. Вот так вот. Так бывает. Ну, я неожиданно сыграл. Это могло... О, мне в пользу, как говорится, сыграть. Опа. Господи, это боже мой. Ну, у них, судя по всему, нету этого самого термита. Ну, хибану я убил. Бля, это монтажник? О, надеялся, ты монтажник убил. Так, это пизда будет сейчас. Ага. Монтажник я почти убил, камень. Нихуя. Боже! Господи! Ты что за трэш лютый? А как бы ты чел с закрытыми глазами? Ну да, знаешь, типа глаза ему реально завязали, он вслепую машет просто руками. Почему он в упор просто к нему не подошел? На Верочку. Че это было такое? Ты же видел, дружок, и тебя видел, там, пизда. И там Монтана, короче, живой остался, ну все, гига. Ага. Монтан сейчас просто встанет в окне и все. Ничего себе там. Еще и в голову им дал. Николенько. Тут. Да он за ним же, ты чего? Ну за ним, сзади. А, там. Опа! Так, это Матана. Кто интересно? Матана! Боже! Это вторая разминочная была. Ну это прям очень обидно. Не, в этой катке мне вообще не шло. Тут такое дерьмо происходило.